В это воскресенье в Приднестровье отметят День легкой промышленности. Сегодня поздравления принимали работники дубасарского филиала фабрики «Интерцентр Люкс». Там вручили государственные награды. Предприятие не останавливалось в пандемию. Работали на внутренние и внешние рынки. Дубасары, швейная фабрика, филиал «Интерцентр Люкса». В пошивочном цехе и в канун праздника кипит работа. 2020 был сложным. Работали и партнеров не подводили. Сейчас шьют коллекцию модной одежды для российской торговой сети «Снежная королева». В прошлом году выпустили 70 тысяч изделий. В этом уже почти 30 тысяч. На очереди заказ для Италии. Мы сделали так, чтобы до 2020 года третьего года мы сумели нарастить продукции для внутреннего рынка Приднестровска за рубеж более чем на 40%. И для этого создаем все. Мы создаем все условия, мы закупаем новое оборудование, мы закупаем новые технологии. И самое важное, мы в этом году очень серьезно готовимся к международной стандартизации по линии ESO. Дубасарская фабрика шьет модную верхнюю одежду для всей семьи уже более полувека. Раньше поставляли изделия по всему Союзу. Сейчас мужские и женские пальто и куртки, пошитые в Приднестровье, расходятся по разным странам мира. Каждый месяц в экспериментальных лабораториях разрабатывают десятки новых моделей. Ко Дню легкой промышленности лучших работников отметили почетными грамотами президента. Татьяна Герман получила медаль за отличие в труде. Спасибо, то, что оценили. Ну и, соответственно, ответственность большая становится. Ложится на плечи, работать дальше и лучше. Мы хотим радовать людей, мы хотим, чтобы люди вокруг нас были красивые, чтобы было им всегда в наших одеждах удобно, приятно, комфортно. Ну, как бы думать об этом, разрабатывать модели, это, в общем-то, создавать ребенка. Ну и вот мы вкладываем свою душу. Специалистов швейного дела сегодня отметили благодарственными письмами и грамотами фирмы и Федерации профсоюзов республики.